ближайшее трансферное окно январь. Есть шансы, что ты можешь уже зимой там оказаться? Ну, я надеюсь, то, что зимой продолжатся переговоры и к чему-то приведут. Ну, сейчас у тебя контакт остался какой-то с Челси? Они общаются? Ну, прям напрямую нет, а у агентов, да. Надо просто понять, как деньги заплатить. Если они поймут, как деньги заплатить за него, то да. Но Нобель нам, кстати, говорил, что это была и твоя позиция, что ты сказал, я не уйду из «Динамо» никаким обходным путем, я не буду делать себе другое гражданство, то есть я хочу, чтобы «Динамо» получила за меня деньги. Ну, естественно, да, хочет, чтобы... Ну, я сколько уже лет в «Динамо», они мне, ну, все дали мне. Вот, и, конечно, хотелось бы, чтобы эти деньги они за меня получили. Отплатить. Да, отплатить им хоть чем-то. Не только играть, но и за трансфер. Если российский клуб сделает тебе предложение... Конкретизирую, какой? «Зенит». Дайте-ка подумаем. Да. Нет, ну давай, условно, «Зенит». Потому что нам Аршавин говорил, что да, Захарян может быть интересен, «Зениту» там... «Зенит» летит за тобой. В перспективе, да. Скажи мне, в России ты себя мог бы где-то еще представить, кроме «Динамо»? Я сейчас хочу поехать в «Челси». В «Зенит» я не хочу сейчас ехать. Нет, это...